Как и обещал, снимаю видео про кровать от фирмы Мезонин Квартет 2. Из пересмотренных мной кровати в Санкт-Петербурге и в Москве сделал вывод, что данная компания делает самые качественные кровати, используя очень хорошие материалы и комплектующие. Кроватька в нашу комнату вписывается прям идеально, учитывая, что у нас площади не очень большие. Ребенку очень нравится и удобно. Ребенок, ты где там? Рассказывай про кровать. Как тебе кровать? Отлично, я там всегда сплю. И что еще делаешь? Я там читаю, и когда утро становится ночь, когда ночь и утро, глаза повязываются. Это моя любимая комнатка, я тут сплю. Молодец. Так, вот такой вот шкаф. Он уже просто у нас уже с вещами. Вот такой вот большой-большой шкаф. Вот я слезаю. Слезай. Не буду рассказывать о твоей кровати. Слезай. Такая у нас отличная тумбочка. Всем рекомендую улучшенную фурнитуру. Также компании Мезонин мы заказали отличный стеллаж под игрушки. Вот такой это вот большой. Игрушки, компания Мезонин размеры сделала под заказ, под наши. Вот приехали и все установили. Да. И потом мы все установили. Папа мне... Вот такие вот дверки с доводчиками. И мне... Ничего не хлопает. Все тихо закрывается. Да. Такие вот ящики. Тоже все не хлопает. Папа, поцарапалась. Вот такая вот отличная кровать. Квартет 2. Всем рекомендую. Всем очень нравится, а главное нравится Даниэлю нашему. Залезай. А потом еще давай. Тебе удобно залезать? Удобно. Потом вас укрывать. Даниэлю нашему 4 годика, и он совершенно спокойно залезает наверх. Все, говори всем пока. Всем пока. И спасибо, Мезонин, за кровать. Не спасибо, не пока. Все, пока-пока всем. С наступающим Новым годом. С наступающим Новым годом.